Это обширная территория кораллового песка, единственная затопленная высоким приливом. Этот прилив несет с собой свежий запас океанского планктона, и зеленые рыбы-бритвы собираются здесь, чтобы полакомиться микроорганизмами. Несмотря на изобилие здесь еды для этих мелких рыбок, подобное скопление позволяет хищникам легко обнаружить их. Акула-нянька не очень опасна. Но этот звук предвещает совершенно другую угрозу. Дельфин-бутылконос. Для обнаружения рыб в песке он пользуется эхолокатором. Почувствовав подходящую добычу, он просто откапывает ее. Зарывшаяся рыба не может противостоять этой атаке. Ей остается только ждать и надеяться, что ее не обнаружат. Этому дельфину пришлось потрудиться, чтобы достать рыбу. Она вынашивает потомство. И, наконец, удача.